Тут же все просто. Вот, ну, не успел я, скажем так, добиться той темы, которую я хотел изначально, но буду довольствоваться тем, что есть, потому что все-таки моя рубрика о «Верим, надеемся и ждет», да, которая посвящена тем проектам, которые еще не вышли, но нам тизернули или, скажем так, дали немножко... вот эту занавесу тайны, то есть они раскрыли там эти разработчики или издатели и показали, что же это за игра будущая. И поэтому я непосредственно могу рассказывать, я так считаю, я так думаю, о тех проектах, которые еще не вышли. Вот с Hogwarts Legacy я немного пролетел, да уж, дела были занятые, да и сам я немножко не такой уж свободен, поэтому... уделять этому вниманию я, конечно же, стал, но не решился записывать данное видео, как не о Dead Island 2. Естественно, то, что я увидел и то, что сейчас демонстрируется помимо моей прекрасной рожи рядом со мной, то есть геймплейный ролик, как я и люблю, без всяких там CGI-ов и так далее, но вся выставка, вся презентация, то есть посвящена Dead Island 2, была такая, ну как камерная, даже, мне кажется, они ударились в это воспоминание тех прошлых Dead Island, чтобы немножко, скажем так, эти воспоминания нам предоставили, чтобы мы смотрели, что такое Dead Island, да, этот, ну если... говорить вообще о презентации, то есть у нас были живые ролики, да, с живыми актерами и, естественно, сама видеоигра. Что уж, наверное, о видеоигре стоит поговорить попозже, о том, что я увидел, да, и что мне, естественно, понравилось. Хочу в первую очередь, наверное, поговорить о первой части, которую я, естественно, не прошел, было уделено, скажем так, должное внимание, пару часов, потом вышло какое-то дополнение с кораблем, короче, я забил болт. Но тот Dead Island, в который я играл, и тот Dead Island, который я жду, я надеюсь, что он будет такой же, вот прям один в один, чтобы он был такой, потому что прошло очень много времени. Вряд ли вообще кто-то знает, что Dead Island первый вообще был, и какая-то там DLC-шка с кораблем. Но то, что было в первом, я хочу, чтобы было во втором. Вот прям вот то же самое. И кто бы что ни говорил, все возможно, будут такие выражения о том, что вот даже через 10, через 15 лет он ни в коем случае не потерял своей свойственности, вот этой вот играбельности, если можно так это назвать. А все просто. Первая часть давала мне тот шанс, где я могу выключить все нафиг, типа... индикаторы здоровья, ну там не индикаторы здоровья, там каждый раз с ударом вылезали циферки над башкой зомбя, типа вот сколько мы ему нанесли того или урона. Если мы все это выключаем, я обожаю эту тему, вот правда, если мы все это выключаем, то есть ты сам додумываешься до этого, это очень прекрасно. Если мы все, еще раз повторюсь, выключаем все эти параметры, все эти подсказочки о том или ином, что вот зомбяра у нас там, мы его оглушили, мы на него смотрим вот так вниз. Это что такое? Если он шевелится, значит его нужно просто добить. Если он не шевелится, значит все, дальше идем. Все в порядке. Игра сама дает понять тебе же, что этого зомбяру мы уже можем не трогать. То же самое о их вот этой вот теме была, где показывали нам голову, которая разлагается то медленно, то быстро, то есть всяческие уровни вот этого зомбятины, это разложение. То есть это было в игре, это то же самое происходило, все это то же самое могло, скажем так, на уровень заинтересованности того, что вот сейчас, ага, я вижу вот такого зомбяру, да, который более-менее такой свеженький, да, если можно так назвать, то... с ним будет дольше бороться. Если он не свежий, как на рынке овощей и фруктов выбираем, если он не свежий, значит его вот пару-тройку раз он упал, еще и добили, и все в этом роде. Такая вот реиграбельность, такую реиграбельность я хочу увидеть и во второй части. Если они это сделают, но по видеороликам там, конечно, такой смак, я просто не могу это по-другому выразиться. Прям вкус и цвет красный прям во все щели и не щели прям летит в экран. Здорово. Что уж говорить об игре, да, которую вот нам продемонстрировали. Я еще раз повторюсь, жду первый Dead Island.
с теми же приколами, которые были в первой части. Только пусть будет, скажем так, с новой графикой, да, с новой вот этой вот головой, которая разлагается со временем и так далее. Оно должно быть такое, я считаю. Оно не должно быть ни в коем случае в открытых... Хотя, да, это есть такой открытый мир, но он очень узкий, да, узконаправленный, скажем так. Где мы не можем просто бродить по пляжу, хотя тут нам очень демонстрируют вот эту вот открытость. Поэтому стоит вообще, конечно, игра вот эта стоит свеч. Второй Dead Island, он, скажем так, выходя сейчас, нынешние проекты особо как-то и выделяться будет среди того, то, что сейчас выходит. А в особенности, где у нас одни космосы, средневековья, фэнтезия и все в этом роде. Зомби давно не было, я так считаю. И со второй частью, я думаю, будет заложен тот кирпичик, который будет направлен и на третью часть. Да, предыдущие выставки, если мы возьмем, God Simulator очень классно простебал вторую часть, выпустив третью часть, спародировав вот эту вот великолепнейшую, мне кажется, один из самых крутейших CGI-роликов, где такой мачо-мен бежит по какому пляжу, там, в Сан-Франциско, да, вроде бы, и медленно, все медленно начинает разлагаться. Это очень здорово было, это ожидаемо, но что-то не получилось в то время. Наверное, очень много жанров было с зомбями, да, которого сейчас не так уж и много, в дефиците, я бы сказал. Поэтому вторую часть я очень жду, надеюсь, что этот проект удастся абсолютно. Да, он не займет все первые строчки, он не будет на слуху у каждого, но я могу сказать то, что в моем слуху и в моем понимании, на моем, скажем так, остром глазу, Dead Island 2 останется 100%. Потому что нужно еще первую пройти до конца и разобраться, что же там было у них в DLC на корабле. А так, прекраснейшая презентация, да, которая произошла там 3 месяца назад, но за сим, как говорится, извиняюсь, дела деловые. Поэтому желаю этому проекту поскорее выйти, без всяких лишних проблем, затруднений и дальнейшие части, естественно, скорее всего, не части, а DLC, тоже обязательно рассмотрю и буду непременно ждать. Ну, а тут добавить больше нечего. Классная презентация на полчаса с живыми актерами, с огромным количеством геймплея, уже непосредственно взятого, я так понимаю, с игры, которую мы будем ждать и играть. Тут больше нечего добавить. Останется только как верить, надеяться и ждать.